Продолжаю наблюдение за туристом. Сейчас к нему приходили два человека, мужчина с женщиной, с собакой. Пообщались и ушли куда-то. Еще раз я убедился в том, что на острове лучше, потому что по земле никто не придет. В принципе, это такой полуостров, можно сказать, потому что он соединен, в принципе, с основным островом, полосой болота, но даже сейчас там не пройдешь, когда более-менее сухо, топь. Странный турист, костра он не разводил, сидел вчера в потьмах, смотрел в телефон, даже фонаря не включал, может, у него и нет, или нету электричества для фонаря. Тут все-таки нужны солнечные батареи. Куда-то он там пошел. Надувал сейчас лодку незадолго до этого. Пятьсот метров до него. Может, даже и побольше. Вот поднимается ветер, малейшее колебание, и сразу начинается вибрация, изображение начинает дергаться. Конечно, нужен штатив гораздо более прочный, все это крепить. Вот так, в принципе, конечно, можно снимать с телеобъективом в виде трубы. Довелось человека, постоял на второй стоянке. Она его приняла, не отторгла. Может быть, в свои мысли он погружен, кто знает. Может, не до костра ему и не до фонарей. Думает о своем. Уехал на Селигер отдыхать от суеты, от бесконечной гонки этой. То ли он собирается уезжать. Вещи, что ли, он стаскивает свои в кучу все. Он какой-то мешок несет желтый. Может, герма какая-нибудь. Но без фонаря, конечно, ночью сидеть печально. Да, похоже, собирается, в лодку кладет вещи. Эх. Ну, надо плыть человеку, надо, что поделаешь. Что у него по сроку? Две ночи,
Все же он тут пробыл на второй стоянке. Ходит кругами. Да, и вот так вот мы и не знаем. Может, за нами инопланетяне наблюдают свои приборы. Как мы тут суетимся. Так и этот человек. Откуда ему знать, что с противоположного берега кто-то смотрит? Тоже одиночный турист. У него самого трубы нет. Хотя, кто знает, может, и на меня кто-то смотрит. Вчера ходил, смотрел небо звездное, звездное. Все эти созвездия, или как ученые люди говорят, астеризмы видны. Но никаких особых неопознанных объектов не видел, только падающие звезды. Одна такая прям яркая пролетела, зеленый след. Быстро-быстро пролетела. Жег вчера бревна. Не пережег. Еще до сегодня, да может даже и на завтра хватит. Ну а что делать потом? Там вот есть сухие березы. В принципе, такого же приблизительно калибра, как и это. Час-полтора помучаюсь, спилю. Опасно, правда, что вот может упасть верхушка, прибить. Каски-то у меня нет никакой, ничего нет. Да и не поможет это. Отшибет голову, и все, она тяжелая. Только с очень большой аккуратностью, осторожно. Таким делом надо заниматься. Верхушки отламываются, падают. А она весит там 100 килограмм, эта верхушка, а может и больше. С высоты 15 метров, ну даже и 10, как бахнет, мокрого места не останется. Может, конечно, он не насовсем уплывает, кто его знает. Может, ненадолго, а может, совсем. Собирается, смотрит, чтоб не забыть ничего. Но палатку-то он еще не свернул. Вон она стоит. Костер не жег, фонарь не включал, в темноте сидел. Постигал мудрость второй стоянки, всю силу этого места постигал. Пареньки, конечно, эти наглые испортили ему первый вечер. Ну, тут уж судьба. Один из них такой все время улыбался, такой белой улыбкой неестественной, как был мультик советских еще времен про хоккеистов. Там были хорошие, добрые хоккеисты и злые хоккеисты. Вот эти вот злые хоккеисты были с такой улыбкой.
или какие-то солдаты Урфин Джуса, вот, вот из этой вот серии такая вот лыба конкретная. Вот бывает, посмотришь на человека, ну и сразу какое-то впечатление, вот редко оно обманывает. Вот смотришь, думаешь, что за такой урод и скотина. Откроет рот, о да, конечно, такое есть. Редко, редко бывает ошибка. Как правило, все-таки внешность, она говорит о многом. Этот человек, так, судя по всему, приличный, скромный. Может быть, даже чересчур скромный. Застенчивый человек. Костер жечь не стал, фонарь не включал. Это не то, что пареньки, которые, а чё, встанем, ну и что, мы там встанем. Вот их место-то и не приняло, пришлось им уехать. Вытолкнуло их. А этого человека приняло, научило чему-то, обогатило его душу. Да, вот маленький эпизод из жизни незнакомого человека на другом берегу. А у нас тут своя жизнь, надо думать, что делать с живцами. То ли выпустить их, то ли на перемет поставить. Так и о нас кто-нибудь думает. Ну что, инфаркт ему, инсульт? Или пусть поживет еще. Или автокатастрофа. Или еще куда. Подвал. Ногти, чтоб там отрывали. Или наоборот. Кто-то и нашу судьбу так решает. Как вот мы решаем судьбу этих существ? Да, такие мысли, они наводят на решение о том, что на перемет их ставить не надо, а надо отпустить. Может, и меня не поставят на перемет какой-нибудь. Но тут такого прямого взаимодействия нет, связи такой нет. Может быть, очень хорошим, добрым человеком рыбу отпускать, а тебя возьмут и... Бараний рог. Это тут не то, что расчет непрямой. Может быть, то есть только надеяться. Только надеяться. Но готовиться к худшему. К худшему готовиться. Надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. И тогда даже тяжелые удары судьбы воспринимаются немного полегче. В принципе, что это я столько времени трачу на пустые рассуждения? Надо заниматься делами. Вот огурцы у меня портятся. Яйца, видимо, надо варить. Чай заваривать. Тевершу проверять. Да много дел, я тут сижу рассуждаю. Стыдно, стыдно. Что поделаешь? Поработал вчера, попилил. Но костер так и не пережег пополам это бревно. Я доломаю. Тут там ломится в кустах. Тут зверьки какие-то есть. Вот решил снова капусту приготовить. Чайник уже один вскипел. Я заварил чай. Яйца сварил.
буду огурцы использовать, а то... Эх, огурцы. А вот прибор наблюдательный. Вот держатель для телефона. Наблюдаю там за туристом, что он там делает. Похоже, собирается уплывать. Лодку надо надувать, идти верш проверять. А вот у меня палатка. Овощехранилище. Открыл все эти овощи, чтобы они там не задыхались. А огурцы, вон, жалкое зрелище. Попортились. Сейчас буду выбирать из них, что съедобно. Заряжается устройство. Ну, фонарь уже зарядился практически. Спальник сушу каждый день, по-любому. А рыбы? Ну, пока я еще не принял решение относительно их судьбы. Там они живы еще нормально. Сложный выбор, сложный. Яйца уже сварены с огурцами и с чесноком. Самое оно. Хорошо. Очень бюджетный отдых. Опять я накупил продуктов в районе 3000. Ну а какие у меня продукты? Водки нет, мяса нет, колбас нет. Все дешевые овощи, там капуста, картошка. Ну вот огурцы, лук, чеснок. Ну, гречку купила. Кстати, горох. Во! Вспомнил я про то, что есть у меня горох. Наверное, сегодня буду делать гороховый суп. Это настолько вкусное блюдо. Да и вообще диета такая: капуста, горох, чеснок. Очень для желудочно-кишечного тракта благоприятно. Вон, осталось капусты немного. Ну, это, возможно, я супчик сделаю опять с картофелем и с морковкой. Майонез, селяночка. Селяночка. Что это селяночка? В Кирове вроде где-то там делают. Тут вот я лежу обычно весь день. Матрасный отдых. Конечно, это не такой туризм, когда каждый день куда-то идут, собираются, переправляются. Да я и не хочу никуда идти. Я устал. Больше всего я хочу отдохнуть. Просто в спокойствии побыть, половить рыбку. Тишине. Поэтому вот эти все музоны. Опять вчера, главное, до нуля часов все было тихо, где-то полночь началось быц-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 быц. Ну вот и черти. Никак вы не угомонитесь. И часов до двух, наверное, это все продолжалось. По мозгам. Ну, конечно, люди развлекаются. У них такое понятие об отдыхе. Обожраться, скакать там под музыку.
морду друг другу начистить и так далее. Какие простые, незамысловатые наслаждения. К сожалению. Ну да ладно, каждому свое. Вот наблюдаю за странными перемещениями туриста. Он тащил пенек куда-то в кусты здоровый. Что-то там в кустах делает. Что делает, непонятно. Слева, там где-то он в кустах таится. Байдарку убрал куда-то, палатку. Но уплывать не собирается. Что он там делает, Бог знает. Разжег там костер в мангальчике. Вот вышел он из кустов. Ходит, ходит там кругами. Собирается, наверное, кто его знает. Пошел к воде. То ли посуду моет. Ух ты. Что-то метнул там в камыши. Или выплеснул что-то. На экранчике не особо видно. Тапки, что ли, меняет? Видел я, как он трусы менял. Тоже зрелище неприглядное. Нюхал их. Ну, все так делают. Чтобы понять, как пора стирать трусы или еще не пора. Монтень был такой философ во Франции лет 500 назад. И он говорил, вот короли, герцоги, всякие высокопоставленные люди. А вы представьте себе, как вот он в туалет ходит. Или еще что-нибудь такое делает. И сразу все величие улетучится. Это анекдот есть такой про Ленина. В советские еще времена. Ведь культ был Ленина, что вот Ленин это добрый дедушка, который зайцев там спасал, как Дед Мазай почти. Вот, и ученик спрашивает учительницу, скажите, Марья Ивановна, а Ленин какал? Она задумалась, долго думала, чтобы ответить детям.
И говорит, да, какал, но как-то добрее, человечней, что ли. Вот так и тут. Все делают то же самое. Но создается какой-то такой ореол величия, что это даже не человек, а полубог или практически бог, как с римскими императорами было. Не поклоняешься императору как богу. Казнь. Почему люди к такому приходят? Наверное, это какой-то заложенный изначально недостаток. Еще от каких-то стад, где вожаки всякие. Потом из этих вожаков, главарей, появляются вожди и так далее. Ничего хорошего, это все пережитки животной нашей природы. Такие же все люди. Хороший чай. Сварил чайку с утра. Вообще сегодня хорошо поел. Да, что-то он там ушел опять из поля зрения. Капусту поел сегодня. Яйца с огурцами. Частично попортились огурцы, конечно. Даже орех. Но съедобно. Порвался тросик у меня на котле. Надо что-то делать. В идеале, конечно, титановую цепочку, но искал. Вон он откуда там выходит. Штаны закатал, что ли, или что-то так. Весло собирает. Готовится к плаванию. Долго готовится. Наш человек. Понятно, там спортсмены. В 6 утра подорвались. К половине уже поели. В 7 часов палатку собрали и вплавь. И до вечера гребут. Потом высадились где-то. Сублимат свой заварили. Покидали быстро. И спать. И на следующий день снова. И вот так вот по 50 километров в день проходят стремительно. И с презрением смотрят на матрасников, типа, вот, вы лежите там на берегу, как моржи, а мы такие великие туристы. Что-то радио протухло. Ну да, уже 3 часа. Вот. Куда-то он ушел. А вон он ходит там за деревьями. За деревьями там где-то бродит. Чё там делать? Там ручей с той стороны протекает. Вот, это наш человек. 3 часам, а он еще не выплыл. Может, он только в 6 выплывет. Куда только поплывет, по темноте. В темноте лучше не плавать. Ничего не видно, непонятно где что. Еще и моторка наедет на тебя, огней-то нет. Разве что с фонарем налобным. Но у него опять же нет фонаря, по-моему. Вон он там ходит. Но все равно я верю в то, что вторая стоянка дала ему сил. Дала ему мудрости. Может быть, этот человек посмотрит потом видео это и порадуется, что он тоже попал в кадр, в вечность цифровую в интернете погрузился. Он жил реальной жизнью, не позировал перед камерой. Вел себя естественно. Тут нечего стесняться. Не знаю, насколько с морально-этической точки зрения приемлемо то, что я делаю, снимаю через трубу человека. Но я же не хочу его как-то опозорить. Наоборот,
Я всячески прославляю его, говорю о том, что это хороший турист. Что он вел себя скромно, сидел в темноте с телефоном. Ни костра не разжигал, ничего. Странно, что он разжег в этом мангале огонь и куда-то то ли утащил его куда-то туда, в угол. И вот туда зачем он ходит? Может быть, он пытается дрова собирать? Но там их особо нет, куда он пошел. Там болотистое место и ручей. Загадки. Сплошные загадки. Да, вот так вот, вот так вот проходит жизнь. А вчера я наблюдал, как птица какая-то прилетела, и вот та вот, где вот скамеечка стоит, села на нее. По-моему, это был дятел с красной головой. Скакала там туда-сюда, пока его не было. То ли он спал в палатке, то ли ушел куда. В общем, тихо было. И птица там хозяйничала. Да, видимо, он ушел через мостик, а нет, вон он из кустов вылазит. Что он там делал? Может, нужду справлял, кто знает. Перед дорожкой-то надо справить. Сутулый человек ходит, согнувшись. Я вот тоже сутулюсь. Очень это выглядит со стороны некрасиво. А что поделаешь? Кто у нас без недостатков? У всех есть какие-то свои недостатки. Шапку надел. Правильно, жара такая. Ходит там кругами. Бестолку ходит. Опять в кусты пошел. Зачем? Так он лодку оттуда вытаскивает, глядите. Он зачем-то там в кустах все это нагрузил и теперь оттуда ее вытаскивает. А там, кстати, гвозди есть. Не стекло. Неправильно он сделал. Грузить лодку надо на воде. Не таскать груженную лодку по сомнительной почве. Похоже, он собирается уплывать. Да, как бурлак тащит. Уплывать собирается. Ну, пускай уплывает. А я потом сплаваю туда на стоянку, посмотрю. Никто ли не забыл ничего. Там прыгает в воде. Половлю сейчас на спинку, посмотрю среди дня, что получается. Надежды, конечно, не очень много на это, но еще опять в кусты пошел. Зачем он туда байдарку засовывал? О, странный человек. Весло, да, весло, алюминиевое весло, тоже говорит о том, что грамотный турист. Не, этот турист мне понравился, это не то, что наглые пареньки какие-то, или какие-то алкоголики, которые только и знают, что пьянствовать и гадить на стоянках, нет, это наш человек, наш. Настоящий соло-турист, мыслитель.
духовный человек, высокодуховный. Может, он медитировал даже, кто его знает. Ну и скромный человек. Он, наверное, мусор сжег в этом мангале. Вот что он разжигал, не чтоб еду готовить. Вот ответственность. Это я понимаю. Вот этому человеку, да, стоянка свое добро должна передать. Свою мудрость. Ну вот, садится в лодку. Все, прощается с этим местом. Куда он теперь поплывет? Зачем? Найдет ли он еще одно место? Такое же удобное? Неизвестно. Да, вот удалось заснять такие трогательные кадры. Человек покидает стоянку, вторую стоянку. Ну вот и все. Прощай, стоянка. Многое он там постиг, многое. Теперь в путь к неизвестному. Дальний путь. Что-то он плывет куда-то в сторону берега. Пытается, наверное, оттолкаться. Сейчас попробуем навести получше. Не может выплыть. Что-то он там копошится. Плыви уже. Нечего. Не может никак проститься со стоянкой. А хочешь, оставайся. Тут хорошо. Зачем по такой жаре куда-то плыть? Сейчас жарище, на солнце не знаю сколько градусов. В тени-то под 30, может и за 30. А он на воду выходит. И вот там он барахтается. О, пошел. Пошел, пошел, пошел. Ну вот и все. Уплывает турист. Все погрузил в свою лодку. И уплывает. Ветки мешают. Елка там стоит, ее ветки попадают в кадр. О, как виляет байдарка, что-то нагрузил он не так. Вихляет. Или весло у нее короткое. Ну, что-то не то. Опа.
куда-то он поплыл не в ту сторону. А, может, он так разворачивается? Ты гляди-ка. Да, интересно, интересно. Расскажу я вам, друзья, о сегодняшнем дне. Проснулся я поздно, часов 10, наверное. Крепко так спал, хотя лег не поздно вчера. Проснулся, уже жара. Думаю, что делать. Ну, приготовил. Позавтракать, яйца отварил, огурцы порезал. К сожалению, огурцы многие попортились. Жара. Ой. Вот заварил чай. Помимо огурцов с яйцами я приготовил капусту. Капуста – поразительный овощ. Один кочан у меня был капусты. И даже осталось немного там. И вот я готовил из нее суп. Жарил уже 3 раза. И еще там остается немного. Это, в принципе, какой-то суп или с картошкой потушить. Сытное, вкусное блюдо. Капуста жареная. Да и... суп овощной с капустой тоже неплохо. Вот завтра, может, сейчас замочу с вечера горох, чтобы он ночь постоял. Он хотя и колотый горох, но все равно горох лучше замочить. Может, попробую завтра сделать гороховый суп. В этот раз чечевицу я не брал. Ну, чечевица у нее какой плюс? Она очень быстро разваривается. Но вкус все же лучше у гороха. Ну, так, на мой взгляд. Вот, поэтому я захотел сделать гороховый суп и взял для этого горох. Это завтра будем этим заниматься. Итак, позавтракал, яйца с огурцами, капуста, чай попил. Ну, поехал смотреть, что там. Верша. Опять съели там всю насадку, приманку, хлеб, то есть рыбы. Я добавил, поплавал днем, половил. Ну и потом сплавал на стоянку, где турист стоял. Я смотрел за ним в трубу. Ну не то, что подсматривал там, а просто как вот, ну, смотрят люди за птицами там. Не знаю, за всякими явлениями природы, гейзерами, водопадами. Так и я посмотрел. Вчера была, конечно, более напряженная там ситуация. Приехали какие-то ребята, 3 человека. А он уже стоял, турист. Не молодой такой, ну, не пожилой, средних лет. Один он приехал. Вот, и они высадились к нему. Ну, они там отдельно палатку поставили. Жарили что-то, по-моему, шашлыки из курицы. Допоздна там колобродили. А он ушел, видимо, спать в свою палатку. И утром я смотрю в трубу. Никого нет. Никого нет. Куда он делся? Палатка стоит. Вещи какие-то лежат. Человека нет. Ну, всякие мысли были. Мало ли там, что они пришибли его, эти пареньки. Слово за слово. Я думаю, да нет, скорее всего, спит в палатке. Небось, ночью там шумели. Хотя тут не слышно было, в общем-то.
Ну, что-то делали там с фонарями, туда-сюда ходили. Вот, он, наверное, не мог заснуть. Переживал. Вот, и в результате весь день спал. Жарко, конечно, в палатке сейчас спать. Не знаю, я если решил днем спать, я, пожалуй, в палатке не стал бы ложиться спать. Комаров днем нет. Можно вот на улице лег и спи себе. Ну, в общем, это его дело. Спал, короче, он чуть не до 3 часов. Потом раз, смотрю, там что-то движение какое-то началось. Ну, я приладил к трубе телефон. Поснимал немного. Конечно, качество на телефон, когда снимается, не то же самое, что глазом видно. Потому что это там не соосность идет. Это вот если к фотоаппарату подключать, там, чтобы плоскость изображения была как надо расположена. Есть комплекты специальные. Можно подключить, и даже и без окуляра можно подключить по-всякому. С объективом, без объектива. Японцы, например, используют комплект такой. Рейка такая специальная. Сзади находится устройство, которое по высоте камеру регулирует. Такое подъемное устройство фиксируется. А спереди фиксируется труба вместе с окуляром. А фотоаппарат туда, на эту стойку, фиксируется с объективом, естественно. Вот. И они выставляются так, чтобы оптические оси трубы и фотоаппарата с объективом совпадали. И уже вот эта вся конструкция зафиксированная, она ставится на штатив. Ну, естественно, это только со штатива, потому что малейшая там вибрация и все. Может, конечно, только с очень короткой выдержкой. То есть это должна быть выдержка не менее чем 1/800, а лучше 1/1600. Ну, в принципе, возможно, я думаю. При ярком солнце и высоком ISO на аппарате. Видео, конечно, вряд ли с рук. На него нормально можно будет снять, не знаю. Вот. Ну, короче говоря, есть такой вариант. А есть вариант, когда вот туда вот на место этого окуляра вкручивается трубка такая. И дальше там существует с другой стороны адаптер под в этой трубочке под Canon, Nikon, там Sony и другие стандарты. Что-то радио замолкло. Вот, волна там закончилась какая-то, китайские мелодии. Сейчас только что недавно поймал радио NHK, японское, для Южной Америки. Удивительно. Ну вот, вообще смотрел я через трубу, как человек там собирается. Как собрался в путь, загрузил байдарку. Выплыл такой, ну, покрутился сначала немного на месте. Потом оплыл вот так вот весь этот залив, мимо меня проплыл и ушел куда-то в сторону Большого Селигера. То есть направо он пошел, либо налево, это неизвестно. Потому что отсюда не видно вот эту вот часть Большого Селигера. Ее, в принципе, и с той стоянки тоже не видно, потому что это как мешок такой, вот эта вот лагуна. Попробовал сегодня на живца поставить на снасточку. Опять ничего толкового не вышло из этого. Жерлицу хотел сделать. Вот. В вершу попались две рыбы.
такие небольшого размера, ну, сантиметров 10-15, наверное, такие красноперки. Все, тут одни красноперки, вот на жерлицу, другого не видал. Ну, я их, естественно, отпустил, потому что для как живец это великовато, а жарить или, ну, их только жарить, потому что варить я пробовал, не вариант. Такой отвар, ну, можно есть, да, он рыбный суп, но это не удовольствие, не, то есть небольшое удовольствие, как бы это тоже удовольствие своего рода, но не сравнить с, даже с щучьим отваром, не говоря уж про окуня. У меня вот такой рейтинг: окунь — это отвар номер один. Щука, ну, номер два. А вот это красноперки, они, конечно, ниже стоят, ниже. Именно как вот для ухи горечь там есть. Может быть, как-то их можно там вываривать, я не знаю. Жабры я удалял все равно. Ну, горчит. Так-то запах рыбный есть. Но это не то, что окунь, когда аромат как бы нежно идет. И не горчит ничего, а наоборот сытный такой сладкий вкус. Тоже и щука, но она попроще как бы. В общем, поэтому я этих рыб отпустил. Ну, зарядил, вот сейчас вот недавно уже стемнело, плавал вершу еще хлеба. Потому что, ну, здесь, ну, довольно крупные рыбы в сравнении с мальками, которые вот там попадались. Может, еще что зайдет, если съедобного размера будет рыба. Конечно, пожарю красноперку. Но в этот раз верша, да и вообще рыбалка очень слабая. За все это время я поймал 3 щуки и всяких мелких красноперок, которые вообще не пищевого, так сказать, калибра. Одна уставил вот на живца. Тоже ничего хорошего не вышло. Ловля на спиннинг что-то 2 дня подряд результатов не приносит. Вот как поймал в первый день, не в первый, а второй день большую щуку. Потом еще в тот же день одну. И на следующий день еще поймал. И все. И как отрезало. Ничего больше не ловится. Может быть, давление какое-то другое. Снасть та же самая, все. Тут особо другое не покидаешь. Травы много. Можешь попробовать туда вот сплавать, где я на джерк ловил. Там более открытое пространство. Может, не настолько заросшие травой места. Там можно и колебалку покидать, и вертушку покидать. А то тут только воблер. Такое определенного заглубления, чтобы траву не цеплял. Все эти блесны сразу цепляют. На воблер надо такой неглубокого погружения. Причем этот воблер такой вот, я смотрел, как он плывет, это подобие джерка. То есть он тоже вот такие вот совершает движения, как бы рыскающие. И, видимо, эта щука очень каким-то образом привлекает. Но я вот здесь только на такой ловил, на маленький белый воблер. Большая щука попалась, 2 килограмма. Конечно, весов нет у меня, но как бы по ощущению такая, что я знаю, какая на килограмм, какая на 2 и так далее. Вот большую щуку выловить, ну, конечно, это приятно, потому что уже такого размера щука, она уже и прыгает там, и
ну, сильная, вот рукой ее, вот одной рукой реально не удержать. То есть она превосходит силу, вот во всяком случае, моей руки, вот такая рыба. Да еще она и скользкая. Сачком, да, сачком. Но большую я поймал, что удивительно, без сачка. Изгалялся там так и сяк. Ну, вытащил и притащил на берег и съел. А в остальных, которые были поменьше такие, с сачком. Сачок, вот сетка, это хорошо работает, за нее воблер. Если цепляется, он легко отцепляется. В общем, вот такой итог. Народ, конечно, туда-сюда снует, ночью дискотеки. То есть летом минусы свои есть. Очень даже есть. Но огромный плюс. Можно купаться, тепло, вот ночь. Я сижу тут в майке, в футболке точнее, и в шортах таких тоненьких. И тепло. Температура около 20 градусов сейчас. Пар не идет изо рта. Около воды, мошкары. Я выплыл сейчас в темноте. Просто перед лицом рой этих. И летают туда-сюда летучие мыши. Ловят мошку эту. Маленьких насекомых. Еле нашел там эту бутылку, где верша прикреплена. Во тьме. Я думаю, как люди ночью... Это не дай бог ночью плавать. Во-первых, ничего не видно. Мошкара это вьется. Тучи там в камышах. В лицо, в глаза это все... Не, ночью плыть, это упаси бог. Весной еще ладно. Там и небо как бы светлое. Вот это типа белые ночи. А сейчас тьма такая. Звезды. Камыши. Ничего не видать. И мошкары. Тучи просто. Тучи. Это, конечно, там не особо условия для навигации. Подходящие. Только по крайней необходимости, если жизненно необходимо. Тогда можно плыть. Не дай бог. Вот чай заварил. Я его заварил, наверное, часа в два. До сих пор горячий. Мне не надо что-то новое там заваривать какой-то. Вот пью весь день зеленый чай. Ну, там понемногу. Наливаю в кружечку. Ну, где-то вот так. Ну, может, чуть больше вот так. Попил и дальше занимаюсь там своими делами. Жара, потому что сейчас надо воду пить. Ну, воду, чай, там, что угодно. Просто воду сырую я не пью из озера. У меня вот есть запас там воды. Когда я плаваю на лодке, я беру бутылку с собой и посреди озера там набираю воду. Потому что возле берега муть. Много вот этой вот водоросли какие-то там плавают. Муть цветет. Поэтому... Стараюсь набирать посреди озера. Плавал я на ту стоянку, посмотрел, ничего вроде никто не забыл там. Повесил ведерко, в котором я в прошлом году, да и этой весной, что ли, по-моему, не помню. Да, и весной я там держал рыбу, точно. Вот. В прошлом году не пользовался. Весной держал рыбу в этом ведерке. Посмотрел, а в нем в днище маленькая дырочка. Хотел сюда привезти. Ну, думаю, все, это ведерко уже только как сувенир. Нашел там палку длинную и повесил его на сучок дерева, которое вот как раз по центру моего наблюдения. Буду на это ведро фокусироваться, потому что на таком расстоянии там буквально доли миллиметров поворота вот этого... Ну, колеса, как бы, вот этого управляющего механизма, фокусировочного.
и уже уходит резкость. То есть вперед, назад, там, ну, глубина резкости небольшая. Хотя, в принципе, нормальная, как бы, глубина резкости, вот именно для наблюдений таких, может, там не для чрезвычайно высококачественных, но нормальная. А там, где она фокусируется, вот если прямо вот навести на дерево или на там пенек или еще на что-то, детализация прямо очень высокая. Ну и по видео это видно, в принципе, с учетом того, что не идеальное совмещение там оптических осей камеры телефона, это, ну и сама камера телефона, конечно, не приспособлена, у нее там стекло, ну, в общем, то есть там, конечно, деградация определенно есть изображение. Вот глазом я смотрю и резко, и четко, и контрастно, и разрешение, дай бог, какое. То есть информативная, как бы, картинка. Я смотрел советский монокуляр 8:30. Ну да, он поменьше, ну то есть зрачок в два раза меньше, а увеличение более чем в два раза меньше. Но это приблизительно как бы в пропорции то же самое. То есть через такой монокуляр просто все будет там, ну, приблизительно вдвое мельче видно, чем через такую трубу. А соотношение светосилы и увеличения у них приблизительно одно и то же. Ну так вот, в него, во-первых, абсолютно не контрастное изображение. То есть оно сливается, оно такое как бы... Ну, нету разницы большой между темными и светлыми частями изображения. Разрешение на порядок ниже, чем вот это. И, да и цветопередача тоже у нее слабая. Хотя это клон Карл Цейса, вот эти советские монокуляры. Может, там, я допускаю даже такой момент, что там все хорошо. Что у него хорошие линзы, просветление. Но просто собрано с какими-то вот где-то зазоры какие-то, которые в оптике очень важны. Там микронные буквально расстояние между элементами оптическими и их как бы расположение относительно оси вот этой вот оптической. Угол наклона и так далее, взаимный. Все это очень сильно влияет на изображение. И я допускаю, что в этих монокулярах просто какие-то элементы, может, выставлены недостаточно точно. Потому что существует много историй про подзорные трубы советского периода, которые люди перебирали по эталонному какому-то значению там, или по чертежам, не знаю, каким образом. Ну, в общем, перебирали, устраняли люфты, всякие там подвижки между этими линзами, расстояние подгоняли в соответствии с документацией. А может, проверяя на стендах каких-то, фотографируя через них что-нибудь на камеру. В общем, так или иначе, регулировали вот эти трубы и в результате получали оптические такие приборы с, ну, с достойным качеством изображения. А что бы им быть недостойным, если там хорошее стекло и конструктив сам металлический? Просто вот сборка, вот хромала сборка. То есть были и очень качественные образцы, ну и было много брака. Вот. А во многих образцах заложено конструктивно очень совершенные как бы все эти схемы приборов. Вот, вот так вот денек сегодня прошел, быстро прошел. Казалось бы, ничего особого не успел сделать. Ну, мне ничего особо не надо. Дрова есть, для печки есть. Печку в последнее время вообще повадился топить шишками. Тут вот собираю в пакетик. Раз, в печь. Два пакетика шишек, и это мне завтрак там или ужин. В общем-то, достаточно, чтобы сготовить. Собрать этот пакетик шишек, но это
2-3 минуты там занимают. Тут очень много шишек кругом. Сосны, елки, их просто немеренное количество этих шишек. И не надо далеко ходить, там что-то искать. Просто, ну вот видишь, там скопление шишек лежит на земле. Подходишь, приседаешь туда, раз, набиваешь пакет из-под хлеба. А он как раз как пол этой камеры, можно сказать, топочный. Туда, еще один. Ну и сверху несколько веточек, 2-3 веточки. Поджигаешь, шишки горят очень прытко. Все там разгорается, печь накаляется. Раз, раз, приготовил, 2-3 чайника вскипятил. На сковороде, в кастрюле. И все. Вот можно нормально на всего 2 пакетах шишек. Ну, золы много от них, конечно. Но я с утра выбиваю золу оттуда. Угольки какие крупные возвращаю обратно в печь. Вот. И еще сегодня у меня порвался тросик, который используется в качестве ручки на большом котле. Нес его прям с водой. И он у меня порвался, все вылилось. Вот сейчас надо думать. Тут проволока, в принципе, есть. Можно из проволоки ему ручку. Но все равно надо выковыривать остатки старого троса и сделать такой покороче из, ну, оставшегося тросика. А потом я заменю либо на нержавеечный, ну или, если очень повезет, поищу какую-нибудь цепочку. Может, бывает из нержавейки цепочки. Еще лучше титановые. Вот, ну и в крайнем случае тросик. Цепочка, она, конечно, лучше. Тросик, он упругий, а цепочка, она, ну, все знают ее свойства. Она свисает свободно. А упругий этот тросик ни к чему. Ну, упирается, выпирает там куда-то. В принципе, можно и тросик, не беда. А как бы эстетичнее было бы цепь. Ну, легкую, естественно. Есть титановые цепи на Алиэкспрессе, но в составе таких вот комплектов там ножки для костра, треноги всякие. Ну, не буду сейчас такое покупать. Может, там есть где-то отдельная цепь. В общем, этот вопрос предстоит, так сказать, еще решать. Потом в Москве. А сейчас надо просто заняться починкой котелка. Потому что надо варить компот.